В школе острыми респираторными заболеваниями чаще всего болеют первоклассники. Именно поэтому установку обеззараживания воздуха было решено поставить в первом Г-классе. Здесь были взяты пробы воздуха до и после того, как оборудование включили. Исследователям еще предстоит проделать большую работу, но с уверенностью можно сказать уже сейчас. Воздух в классе стал чище, ведь эта машина уничтожает все виды микроорганизмов с эффективностью в 99%. Те микроорганизмы, которые попадают в установку, они там инактивируются. И более того, компоненты клеток, которые остались после разрушения микробов, отфильтровываются и остаются внутри. То есть никакие потенциально опасные вещества, ни пирогенные, ни клетки, не вылетают дальше в окружающую среду. Это оборудование может работать в присутствии людей 24 часа в сутки. Оно безвредно для человека, но губительно для любых вирусов, бактерий, плесени, грибов и других микроорганизмов. Такие факторы, как медицинское обслуживание детей, здоровьесберегающие технологии на уроке, пропаганда здорового образа жизни, психолого-педагогическое сопровождение учащихся, обеспечение безопасности детей. Это присутствует у нас ежедневно, ежечасно в занятиях. Но сотрудничество с родителями, которые могут нам предоставить еще и вот такие аппараты замечательные, которые помогут повысить иммунитет детей, понизить вирусные инфекции, снизить аллергические реакции у детей, очень необходимы и важны. Благодаря помощи родителей в нашем районе установили первую такую установку. Кстати, мамы и папы в гимназии очень активны. Благодаря работе родительского фонда развития Одинцовской лингвистической гимназии в столовой появились новые стулья и столы. «Все лучшее детям» – этого лозунга придерживаются все – и педагоги, и родители, и общественность. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».